Две смены депутаты дежурили вместе с работниками скорой. Не только в диспетчерской наблюдали за работой сотрудников, но и выезжали на реальные вызовы. За это время ни разу они не зафиксировали дефицита бригад. Народные избранники оценили и оснащение машин, а также наличие необходимых медицинских препаратов. С этим все в порядке. Оборудование новое, медикаментов хватает. Поведение фельдшеров тоже не вызвало ни одного нарекания. Ни разу мы не заметили, чтобы врачи халатно, либо с линцой, либо как-то небрежно относились к своим обязанностям. Мы увидели внимательное отношение к пациентам, да, иногда жесткое, потому что, когда речь идет о жизни и смерти, врачи не всегда могут, скажем так, мягко относиться к пациентам, это правда. Но, тем не менее, профессионализм, отношение к пациентам, желание помочь человеку мы увидели, что называется, на 100%. То есть никакой халтуры мы не увидели, это я могу официально сказать. А вот поведение многих пациентов оставляет желать лучшего. Часто приходилось ездить на ложные или совсем незначительные вызовы. Депутаты сетуют, пока скорая тратит на это время, кому-то в другом месте может понадобиться экстренная помощь. Часто вызывают бригаду и в детские сады, где на сегодня наличие медкабинета – роскошь. Ушиб или простая ссадина у малыша является поводом звонить в скорую. Депутаты подготовили обращение о том, чтобы финансирование на медкабинеты все же выделялось. Но самая большая проблема, по мнению депутатов, – кадровый дефицит. Людмила Мазная фельдшером на скорой работает уже 27 лет. 24 из них она трудилась в Донецке, пока там не началась война. 3 года женщина живет и работает во Владимире. Говорит, что у нас в плане оснащения порядок, а вот медперсонала не хватает. Пациенту же этого не объяснишь. Все обижаются, что задержки у нас. Но дело в том, что летнее время задержек нет. А зимнее время очень большая нагрузка. Людей нет, не хватает медперсонала. И у нас бывают такие задержки, люди возмущаются. Но мы очень стараемся, чтобы выехать вовремя. Еще одна из выявленных системных проблем – отсутствие парковочных мест для скорой около жилых домов и даже возле самих медучреждений. Как одно из предложений, и оно будет озвучено мной в адрес руководства города, необходимо оказать содействие всем лечебным учреждениям города Владимира по организации парковок около лечебных учреждений, всех лечебных учреждений города Владимира. На самой станции скорой медицинской помощи всего один выезд. Этого недостаточно, считают депутаты. Любая авария у ворот, и бригада не сможет выехать на вызов. Предложение по формированию еще одного входа будет направлено депутатами в нужные инстанции. Так же, как и идея создать в городе единый центр диагностирования, куда скорая будет привозить пациента, где, пройдя полное обследование, он поступит в медучреждение по тому профилю, по которому диагностировано заболевание. Екатерина Старикова, Алексей Кондалов, телеканал «Вариант».